Нам не наш ученик спросил, зачем жить? Зачем же нам 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 жить? Как 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 зачем же нам жить? Для того, чтобы жить, для того, чтобы жить, для того, чтобы жить, для того, чтобы любить, для того, чтобы ценить, для того, чтобы ценить, для того, чтобы любить, для того, чтобы любить. Это вечную жизнь, 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 ведь нам хочется жить. Нам хочется жить, нам хочется жить, нам так хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить. Но скажи иногда, зачем умирать, 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 мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, и не умирать, и не умирать, и не умирать, и не умирать. Рождаются люди, они должны жить, они должны жить, они должны жить, они хотят жить, они хотят жить, они хотят жить, они хотят жить, мы должны умирать, мы должны умирать, мы должны умирать, мы должны умирать, место не уступает, место не уступает, место не уступает, место не уступает, ведь им хочется жить, им хочется жить. Всем хочется жить, всем так хочется жить, всем хочется жить, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, уж лучше умирать, уж лучше умирать, уж лучше умирать, уж лучше умирать, чем так страдать, чем так страдать, чем так страдать, чем так страдать. Но в жизни страдать так скучно, она так скучна, никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна. Это скучная жизнь, это скучная жизнь, это скучная жизнь, это скучная жизнь, бесполезная жизнь. Бесполезная жизнь, бесполезная жизнь, бесполезная жизнь, ведь нам хочется жить. Интересно хочется жить, интересно хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить. Ольга Тюлень, клавиши! Рина, третья гитара, доктор Любовь, печеньки, Славей Роза, вокал. Это добрый пример.